Пронзительный смех и профессиональные шутки. И даже в милиции эти 9 девушек, похоже, не боятся ни людей в форме, ни штрафа, ни уж тем более камеры. То среди данных женщин была различная возрастная категория. Это были женщины от 20 до 40 лет. Также можно сказать, что большинство из них употребляют наркотические вещества. Помимо того, что работали они в разных организациях и местах в дневное время, ночью их объединяло занятие проституцией. Из 9 девушек 5 попадаются правоохранителям не впервые. За свою профессию, помимо штрафа, ночные леди уже получили арест на 10 суток. Еще 4 дамы, по всей видимости, только пробуют себя в новом амплуа. За нелегальную ночную работу пока им раскошелиться придется на 3 миллиона. Больше всего оперативников поразило то, что среди задержанных оказалась учительница одной из средних школ столицы. Днем молодая девушка обучала подростков, а вот вечером она преподавала совсем другой предмет для взрослых мужчин. После задержания и вынесения решения судом о наложении штрафа либо административного ареста, копия решения суда будет направлена по месту работы данных граждан.